Плакат с извинениями, уже ставшими дежурными. Полиграфия, подчеркивающая красоты города-курорта, за забором уже начали готовить площадку. В паспорте объекта говорится, что здесь будет точка общепита, а что будет с остановкой, неясно. Временная конструкция, внутри пара обычных скамеек. По словам местных жителей, она появилась вчера, и если столько места останется после окончания строительства, то в часы пик здесь будет просто не развернуться. Не устраивает то, что убирается остановка, которой здесь очень много останавливается маршруток автобусов, которые в станице едут все. Не устраивает то, что убирается все зеленое насаждение, которое дышать нечем людям. Почему бы не сделать здесь зеленую точку со скамейками и расширить остановку, так как это центр города, а не пищеблоки, не торговые точки. Здесь рядом рынки, очень много магазинов. Здесь и так очень много набито всякого строения. К чему здесь это строительство? Людям что-то для людей нужно сделать. Воздуха не хватает. Нам не хватает воздуха. Инициативная группа направилась к городскому отделению партии «Единая Россия», где жители написали обращение на имя секретаря местного отделения партии, главы города Юрия Полякова. Потому что в Анапе уже засилье магазинов и всяких центров. В этом вопросе городские власти солидарны с жителями. На городском планерном совещании Юрий Поляков поручил заняться торговыми рядами, разобраться, все ли работают легально. Я хотел, чтобы вы разобрались. Все торговые ряды, которые у нас есть по муниципальному образованию, то есть кому они принадлежат, кто платит налоги, кто работает в этих торговых рядах, какие налоги они платят, на каком основании они все находятся. Одна из задач, которую ставит перед подчиненными глава администрации – ликвидировать стихийные и незаконные торговые точки. Это только часть масштабной программы по обновлению имиджа курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.